Всем привет! Добро пожаловать на обзор ВАЗ-2131 2012 года выпуска. Стоимость данного автомобиля составляет 363 тысячи рублей. Сегодня нахожусь в Республике Татарстан, город Набережные Челны, автосалон «Транссервис», «Лада». Этот обзор будет посвящен экстерьеру и интерьеру. Также вам покажем капот, багажник, заведем двигатель, послушаем звучание. Вот такие ключи. Давайте начнем. Пятиступенчатая механика. Задняя. Легко поворачивать руль. Давайте включим фары. Аварийная сигнализация. С механическими регулировками, как стекла, так и зеркала. Давайте откроем капот. Дюймовые диски. Двигатель четырехцилиндровый, 1,7, 87 лошадиных сил. Стоп-сигнал. Полностью с механическими регулировками водительское сиденье.
Давайте послушаем звучание двигателя. Цифровые часы. Печка. Задний обогрев стекла. Ниша для мелочевки. Как я уже упоминал, пятиступенчатая механика. Задняя. Раздаточная коробка и блокировка межосевого дифференциала. Прикуриватель. Пепельница. Подсветка. Довольно спартанский интерьер, минимализм во всем. В принципе, для внедорожника довольно неплохо. Качество отделки материалов здесь применяется пластик. Местами он жесткий, местами вообще можно сказать мягкий. Но в принципе качество сборки, я думаю, от этого не страдает. Довольно неплохо. И в автомобиле очень просторно. Как переднему пассажиру, так и водителю будет довольно просторно. Открывание багажника с места водителя. И довольно просторный задний ряд сидений. Просторное багажное отделение. Также полностью с механическими регулировками и пассажирское сиденье. Ниша для мелочевки. Бардачок.
На этом обзор ВАЗ-2131 2012 года выпуска завершен. Еще раз напомню, стоимость данного автомобиля составляет 363 тысячи рублей. Я надеюсь, вам понравилось. Подписывайтесь на мой канал. Всем удачи, берегите себя и до встречи в следующий раз.